В Усть-Куломской средней школе прошла встреча школьников и педагогов с заслуженной артисткой России, народной артисткой Коми, лауреатом Государственной премии Республики и солисткой Государственного театра оперы и балета Ольгой Сосновской. С ребятами она поговорила о семейных ценностях и традициях, о роли искусства в нашей жизни и возможностях обучения творческим профессиям. Рассказала и о своем творческом пути, через какие испытания проходят артисты, чтобы добиться высот. А после вместе со своей ученицей Ульяной Литвиновой исполнила несколько душевных и всем известных песен. Творческая встреча стала возможна благодаря проекту команды резерва управленческих кадров Республики «Культурный десант» при поддержке Минкульта и Академии госслужбы. Ольга Сосновская призналась, что была счастлива стать первооткрывателем этого проекта. Открывать всегда сложно, но очень интересно. И я надеюсь, что этот проект будет развиваться и приносить свои огромные плоды. Я уверена, что он имеет большое значение для молодежи, для взрослых, вообще в целом для республики. Потому что беседа с молодежью о проблемах всего, о культуре, или о спецоперации, о родине, о семье, это очень важно. И иногда ты не знаешь даже, где оно тебе выстрелит что-то такое хорошее на каких-то встречах. Ведь мы, понимаете, сходить в театр и посмотреть спектакль – это одно. А когда именно и представители культуры, не только культуры, но и других каких-то профессий приходят и просто наравне с молодежью разговаривают, это очень, я считаю, это здорово. И я сегодня тоже получила огромное удовольствие от встречи со школьниками.